Привет. Привет. Как тебя зовут? Полина. А видела ли ты когда-нибудь инопланетян? Нет. А хотела бы с ними увидеться? Да. Почему? Они смешные. Как ты думаешь, у них есть семья? Не знаю. А они работают? Наверное, да. А как ты думаешь, как они работают? Что делают? Мастера что-нибудь. Сможешь ли ты нарисовать инопланетянина? Да. Хочешь попробовать? Угу. Сейчас. Это голова, да? Да. Это рожки. Как ты думаешь, для чего они ему нужны? Не знаю. А какого они цвета, как ты думаешь? Серого. А как ты думаешь, бывают ли они другого цвета? Да. А какого? Зеленого. А ноги? Или как они ходят? Ты нарисовала улыбку. Ты думаешь, что они всегда улыбаются? Нет. А почему? Потому что они бывают грустные. А как ты думаешь, из-за чего они грустят? Какая-нибудь беда случилась. Mm-hmm. Веришь ли ты в Деда Мороза? Да. А почему ты в него веришь? Потому что он всегда подарки приносит. А как ты думаешь, откуда подарки он свои берет? Из своей избушки. А много у него в этой избушке подарков? Да. А как ты думаешь, как он успевает за одну ночь подарить всем подарки? Он летает на своих санях. Пишешь ли ты письмо Деду Морозу? Да. Какой был твой самый лучший подарок? Опиши его, какой он. Лего для девочек. Что делает Дед Мороз летом? Он сидит в своей избушке. А что он там делает? Читает песню, которая ему пришла. Готовится уже к зиме, да, к Новому году? Да. Как ты думаешь, откуда берутся дети? От мамы. А есть ли у тебя брат или сестра? Сестра. А сколько ей лет? 14. А сколько ты бы хотела братиков или сестричек? Одного братика. А почему именно братика? Потому что... Он бы тебя защищал, наверное, да? Да. Угу. Как ты думаешь, что это? Можешь потрогать, посмотреть. Не знаю. Что с этим предметом делали? Считали. А как считали? Эти кружочки перекладывали на другую сторону. А ты умеешь этим пользоваться? Нет. Ты знаешь, что это? Да. Что? Швейная машинка. А ты когда-нибудь шила? Нет. А хочешь научиться? Да. Хорошо. Спасибо тебе за ответы. А что ты можешь пожелать нашей программе? Чтобы к вам больше людей приходило. А ты будешь рассказывать о нашей программе своим одноклассникам, там еще кому-нибудь, чтобы они к нам приходили? Да.